Всем привет! С вами Stalker23Rus. И сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Slenderman. Чё за бред, чё так лагает, а господи. Вот, в общем, говорят, что игра страшная. Сейчас мы это проверим. Вот. Стоит у меня тут версия 0.9.7. 0.9.7. Вот. Игра подлагивает, причем сильно. Потому что я, в общем-то, не знаю, почему она подлагивает. Ладно, давайте вперед, в общем, на поиски листочков. В этой игре вам нужно будет искать листочки. Вот. Небо, кстати, какое-то такое стремотное. Как будто, видите, вон так как будто из этого прям, как будто... Короче, знаете, забейте. У меня откуда глюканы пошли. Так, вот идем. Так. Нужно найти первую записку. Записку. Так, вот какие-то тут дымок. Какой-то дымок, это, наверное, туман. О, домик. Так. Сделана эта игра на движке Unity. Так, никого тут вокруг меня нету, а? А то... Блин. Ну, слава богу. Ладно. Тихо. Фу, ты факинг, а показалось. Идем. Какой-то стул для наказа... Графика в игре довольно-таки приятная. Вот. А тут одна большая локация под названием лес. Где мы, в принципе, и находимся. Какой-то потолок такой. Как будто, я не знаю. Какой-то пластилином. Что-то типа, я не знаю. Какой-то пластилин намотали, ё-моё. Ой, нет, не туда. Сюда. Это тоже не туда. Куда ж нам идти-то? Что-то стул наоборот. Это вроде наоборот. Да блин. Чё тут, неужели одной записки нету, а? Не поверю ни за что. Такой большой дом. И нет ни одной записки, это же ужас. Нет, всё-таки есть. Вот сейчас будет хоррор настоящий. Берем и... Всё, пошло-поехало. Слышите, звук пошел. Слышите, да? Такой как будто, я не знаю. Как будто годило идет, как будто нам пытаются какую-то... Уши, блин, не знаю, поломать, наверное, ё-моё. Ладно, пошли. Тихо. Это не он вдалеке? Вон там вдалеке. Ой, блин. Слава богу, то, что я играю не ночью. Какая радость. Куда я зашел-то, ё-моё? Это не записка, да? Так. Чё-то, по-моему... По-моему, я не туда пришел. Какой ужасный звук. Просто ужасный. Ой, блин. Ужастик. Ладно, давайте, идем. Не останавливаемся. Мало ли, что этот педофил захочет с нами сделать. Все-таки, когда... Сука, мать твою, а! Пиздец, я давно так не пугался. Фу, ой, блин. Срань. О, мать твою. Он рядом, да, он рядом. Я чувствую, он рядом. Мать твою, а. Пипец, блин. Это ужасно, просто... Ой, блин, это ужасно. Срань. О, дом, быстрее, давай, беги, ну. Чё-то стоишь-то, ёпта. Этот дебил где-то рядом тут ходит, ё-моё. Фу, факинг, чё это за... Срань, а так неожиданно. Я его, блин, прям расслабился, этот дебил. Топтать не дотоптать, в общем-то. Ужас какой, ужас. Ужас, просто ужас.
Записки тут нет. Ну, тогда я пошел отсюда в задницу. Фу-фу-фу. Ой, забор. Тупик! Тупик! Все, хана! Так, я помню, он с той стороны был. Ну, давай, девчуль, ну. А, вон записка. Тихо. Фу, записка, записка. Где ты, говно? Ублюдок. Уходим, 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 уходим. Съёмываемся. Бля. Аж мурашки по коже прям вот в этот момент пошли. Я не знаю, это капец просто. Как в это можно играть ночью, я не понимаю. Я вообще не... Ой, блин. Ой, он рядом. Какие-то ямки. Такая плохая видимость, фонарик. Как будто рядом что-то горит. О-о-о. Топтать, не дотоптать. Ну, что ты так медленно идешь, давай. Кстати, герой главный устает тут очень быстро. Он тут очень быстро устает, это просто ужасно. Опа. Никого тут нет, да? Амеба. Вон он, видите? Вон он, ублюдок. Давай, девчуль, поднажми на газ. Быстрый, сука. Быстро, засранец, ублюдок, а. Где записка? А-а-а, блядь! А, он даже не двигается, ибо. Ублюдок, ублюдок, а. Вот говно, где эту записку брать? Я понимаю. Может, съем вот отсюда по-брекому, и все. И все. Давай, урод, ты тут, я знаю. Ох, фонит-то как фонит. Все, свалим отсюда в задницу. О. Топтал я эту записку за пиписку. Все, мы его обвели, мы молодцы. Мы выживем, мы будем жить, а он тут подохнет. А, блин, 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 блин. Ну, конечно, самый такой большой страх был, это когда первый раз он появился, остальное это ладно. Вот. Вообще говорят то, что он тут телепортируется, поэтому я не знаю, что за нами идет. Мать, это капец. Ой, бля. Это... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Съёмываемся, съёмываемся нахер! Ублюдок, а? Бля. Убийца не влюбится, нахуй. Куда я иду? Хоть бы карта какая-нибудь была, я не знаю, но блин. Просто тупо мотаться по лесу. И вот, допустим, если ты собрал все записки и. Я не знаю, просто тупо бегаешь от него по всему лесу уже, наверное, где-то час. Знаете, это так бесит. Ой, блин. Я топтал. Ужас-то какая, нахер. Да, я думал то, что эта хрень не пугает. Камень. На камне должна быть записка. Интересно, а почему не телепортируется? А? Это так бесит. Все, уходим. Ебо. Это что за звук пошел? Типа все. Ты забрал мою туалетную бумагу? Где там будет? Амеба, а? Амеба, где ты, ну? Давай, ну. Я не понимаю, почему это дура, которую мы тут играем, попёрлась в лес одна? Могла бы с собой отряд сватов захватить, я не знаю.
Я не знаю. Просто, ну, я, это ужасно. Да вот. В описании написано было то, что она перелезла в забор. Вот. Я думаю, солдаты могли этот забор нахрен снести и не перелезать вообще ничего. Не мучиться, ничего, ничего, ничего. Так. Безобидно все. Безалаберно. Вот, увидели его, бабам пулю в голову, и все, все пройдет, ё-моё, все. Все нормуль. Нет, нужно обязательно бегать, Что-то там творить. Вот я сейчас куда зашел, ё-моё? А, опять к этому дому пришел, да? Валим. Валим отсюда, валим. Давай, грохай все свои силы. Сейчас опять зайдем в тупик, вот я прям чувствую. Где-то умо. О, дотище вонючее, давай. Сука! Бля. Все, фейл, это фейл. Все. Это фейл. Ой, бля. Ладно, с вами был Stalker23Rus. Мы рассматривали игру под названием Slender The Age Pages. Вот, это. Это еще та задница. Мой рекорд 3 рисунка. Потом, может быть, больше. С вами был Stalker23Rus. Всем пока.